Всем привет! Сегодня приготовим смесь для двухтактных двигателей. Обычно я приготавливаю в 5-литровой бутылке, потому что я кашу много и мне 5 литров, даже больше за день уходит. Ну, для примера я покажу на литровике. Так. Масло. Масло у нас штиль оригинальное. Оно прям самое-самое оригинальное. Из Польши заказывали. А есть вот, я раньше покупал белорусское. Ну, белорусское разлива, оно тоже немецкое, но разливают в бутылках белорусских. Оно отличается пробками. Тут пимпочка такая обрезается. А здесь, когда открываешь, она сразу даже без всяких там пломб, ничего, сразу открытая. Ну, этикетки не похожи. И свойства все похожи. Тоже 1 к 50, 1 к 50. Но банки отличаются. Вот эта банка литр, я как раз в ней и приготовлю смесь. Да, много масла, переизбыток, то оно же не выгорает, а оно остается на выхлопной. Закоксовывает выхлопную, и получается потом мощность теряется, перегрев двигателя и конец двигателю. А если мало масла, тоже поршневая не смазывается, и тоже конец двигателя приходит. У меня для замера такой колпачок. Тут он вообще на 30 миллиграмм. Ну, я же замерял 20. Ну, тут надо 20 миллиграмм, и вот тут по верхнюю часть у меня должно быть 20 миллиграмм. Вот я наливаю. Так, вот тут у меня 20 миллиграмм. Заливаю. Потом еще, чтобы до каждой капельки вымываю. Масло дорогое. Но я покупаю все равно оригинальное, потому что хоть оно и дорогое, но этим китайским я что-то не доверяю, не знаю. И там и пропорции другие постоянно разные. Это я уже уверен, что это хорошее. Ну, в принципе, все, смесь готова. Ее лучше израсходовать в ближайшую там неделю. Заливаем смесь. Триммер наш профессиональный, FS450. Ну все, подождем, пока прогреется, и можно будет косить. Пока.